Привет, Трой! Какой замечательный день! А что это за огонь на дороге? Смотри-ка, Трой, это Пикл! Что-то определенно случилось! Пикл, что произошло? Ты собиралась продать кексы на ярмарке, но они рассыпались по дороге? Но как они загорелись? Кексы были покрыты сахаром и загорелись, когда рассыпались на горячий асфальт? Ты прав, Трой. Нам нужно срочно потушить этот пожар. Да, и кексы тоже нужно спасти. Трой, мы должны отправиться в депо и найти кого-нибудь, кто сможет нам тут помочь. Здравствуй, Тедди. Пикл рассыпала кексы, и на дороге случился пожар. Ты сможешь помочь? Пожарная машина? Вау! То, что нужно. Спасибо, Тедди. Трой, давай распакуем нашу пожарную машину. Привет! Как зовут тебя? Фрэнк? Фрэнк, у нас есть большая работа для тебя. Из-за кексов Пикл случился пожар на дороге. Ты сможешь помочь? Отлично! Получается потушить огонь? Прекрасно. Что это за белый порошок, Фрэнк? Пищевая сода? Верно. Она предотвратит повторное возгорание. Давай поедем на ярмарку и поможем Пикл. Привет, Пикл. Фрэнк только что потушил огонь. И у него есть сюрприз для тебя. Новые кексы! Теперь твои кексы в безопасности, Пикл. Больше никаких пожаров. Спасибо, что помог Пикл, Фрэнк.
И тебе тоже, Кэрри. Благодарим тебя, Трой. Скоро увидимся. Пока-пока, друзья. Доброе утро, Трой. Решил прогуляться? О, нет, что здесь произошло, Мэтт? Пикап Пикл попала в аварию? Она везла роликовые щетки для автомойки Тома. Но они слишком высокие и не прошли под мостом. Поэтому они теперь все на земле. Может быть, Трой сможет построить новую машину, которая нам поможет. Сможешь, Трой? Отлично. Давай поедем к нашему новому другу. Здравствуй, Тедди. Пикап Пикл пыталась доставить роликовые щетки на автомойку к Тому, но они оказались слишком высокие для ее кузова, и она не смогла проехать под мостом. У тебя есть идеи? Потрясающе! Давай начнем! Какую из этих машин мы будем строить? Прекрасно! Грузовая платформа как раз то, что нужно. Что ж, Трой, вперед! Пикл, Трой вернулся с новым другом, который поможет тебе с доставкой на автомойку Тома. Хочешь посмотреть на сборку? Отлично! Тогда сначала выгрузим детали. Вот это да! Это грузовик-платформа! Привет, грузовик! Рады познакомиться с тобой! Как тебя зовут? Фанни? Добро пожаловать в автомобильный город, Фанни! У нас для тебя есть задание! Ты готова нам помочь? Трой, как насчет того, чтобы переложить эти длинные роликовые щетки на платформу Фанни? Если расположить их горизонтально, они пройдут под мостом! Вот так! Должно сработать! Давайте отвезем все на автомойку Тому. Фанни, следуй за Троем. Привет, Том! Познакомься, это грузовик-платформа Фанни. Она привезла тебе роликовые щетки. Теперь ты можешь использовать их, чтобы мыть большие машины.
Фанни, ты здорово помогла Пикл сегодня. В качестве благодарности Том говорит, что ты можешь бесплатно помыться здесь в любое удобное для тебя время. Спасибо за твою помощь, Трой. Скоро увидимся, друзья. Паутина? И конфеты? Ну, конечно, это Хэллоуин. Кажется, будет большой праздник. Чудесный костюм, Стив. Но ты слишком рано приехал. Ты очень взволнован и не можешь больше ждать. Эй, малыш Стив, смотри, куда едешь. Ох, здравствуй, Трой. Ты тоже рано приехал. Ты здесь, чтобы помочь? Как раз вовремя. Малыш Стив наехал на тыквы, и теперь нам нужны другие тыквы, чтобы украсить вечеринку. Ты знаешь кого-нибудь, кто сможет помочь? Похоже, тебе очень повезло, бешеный кролик. Здравствуй, Тедди. Счастливого Хэллоуина. В автомобильном городе случилась тыквенная авария. Спускайся, мы сейчас тебе все объясним. Трою нужен кто-то, кто мог бы привезти много тыкв. У тебя есть подходящая идея? Ты нашел того, кто нам нужен? Трактор! Ну, конечно! Что ж, мы готовы поехать и привезти немного тыкв. Постой, Тедди что-то хочет тебе сказать. Ах, он просто хотел вытереть тебе лицо. Спасибо за все, Тедди. Отличная работа, малыш Стив. Теперь, если мы просто заменим эти тыквы, все будет выглядеть так, будто здесь ничего и не произошло. Ты прав, Трой. Вечеринка скоро начнется. Нужно поскорее выгрузить нового друга. Как здорово! Здравствуй, трактор! Как зовут тебя? Рады знакомству с тобой, Бен. Нам нужен сильный парень вроде тебя, чтобы съездить за прицепом полным свежих тыкв. Ты сможешь это сделать? Постарайся к нашему возвращению закончить прибираться здесь, малыш Стив. Хорошо, что у Бена такие яркие фары. И просто чудесно, что он может вести такой тяжелый прицеп. А вот и он с тыквами, как раз вовремя. Здравствуй, волшебница Лили.
Покажешь нам фокус? Ого! Теперь точно все готово к вечеринке. Спасибо, что привез Бена, Трой. Было здорово. Пора возвращаться в депо, пока не проснулись настоящие привидения и чудовища. До новых встреч, Трой. Счастливого Хэллоуина, ребята! Привет, Трой! Здравствуйте, малыши! Куда вы так торопитесь? Вы боитесь Луны? Почему же? О, Тайлер сказал, что на темной стороне Луны живут инопланетяне, и они любят красть малышей машинок. Вам не стоит верить всему, что говорит Тайлер, малыши. Вы хотите доказательств, что на Луне нет пришельцев? Фото? Вы хотите фото с темной стороны Луны? Что же, это будет непросто. Трой, как думаешь, ты можешь помочь им? Погодите здесь, малыши. Трой скоро вернется. Здравствуй, Тедди. Трою очень нужна твоя помощь с новой машиной. Ты спустишься? Тедди, малыши боятся обратной стороны Луны и хотят доказательств, что на ней не живут инопланетяне. Ты поможешь? Отлично, приступим. Какую из этих машин мы будем строить? Может быть, эту? Нет? А как насчет этой? Тоже не то. Кажется, мы нашли то, что нам нужно. Но нам также нужно, чтобы ракета смогла доказать, что там нет инопланетян. О, и сюрприз! Привет, малыши! Трой вернулся, и у него для вас особенная машина. Давайте же ее соберем. Привет, ракета! Как зовут тебя? Рокки? Добро пожаловать в автомобильный город, Рокки! Рокки, нам нужна твоя помощь. Ты не мог бы полететь в космос и сделать фотографии с обратной стороны Луны? Малыши переживают, что там могут обитать инопланетяне. У тебя нет с собой фотоаппарата? Ах, да! Малыши, Рокки говорит, что полет займет как минимум один день. Приезжайте сюда завтра.
Здравствуйте, малыши. Привет, Рокки. Тебе понравился твой полет в космос? Угу. Ты видел инопланетян? Вот вам и доказательство, малыши. На Луне нет никаких пришельцев. Тайлер вас разыграл. Поехали, малыши. Пора в кровать. Рокки, Трой собирается отвезти тебя обратно в депо. Тайлер, Трой говорит, что на Луне нет инопланетян, которые воруют малышей. Ты прав, Трой. Инопланетянам больше по вкусу непослушные гоночные машины. Трой шутит, Тайлер. Ты же не будешь больше пугать малышей, не так ли? Это хорошо, Тайлер. Теперь вперед, пора спать. Спасибо за твою помощь, Трой. До свидания, друзья. Увидимся в другой день или ночь.